находимся мы в Свято-Софийском социальном доме, таком первом и единственном пока в России домике для людей с очень сложными нарушениями в развитии, у которых нет собственной семьи и для которых мы вот попытались создать такую отдельную историю жизни. Я помню, что я вечерами просто сидела и зачитывалась, и рыдала, и думала, какие люди, какие они все прекрасные. Жизнь стала, ну, какой-то моей. Я увидела, да, тяжелых детей, которые лежат, которые ничего не могут, которых кормят лежа. И мне сказали, вот они такие. Я просто захотела для них другой жизни, и я захотела прожить эту жизнь вместе с ними.